Часть газов — это воздух, который попадает в организм, когда человек ест, пьет, разговаривает или курит. Другая часть появляется из-за бактерий, которые помогают в переваривании пищи. У здорового человека в кишечнике около 300 мл газов, накопившись, они в течение суток выходят наружу. Ученые выяснили, что в норме это случается от 8 до 14 раз в сутки. В заднем проходе при прохождении газа создаются вибрации, отсюда и звук его определяют. Скорость выброса, насколько быстро выходят газы. Если это происходит медленно, звука может и не быть. Если же быстро, вероятнее всего, звук будет громким. Размеры и форма анального сфинктера, мышца вокруг заднего прохода. От них зависит качество и тип звука. По словам врача, сфинктер похож на музыкальный инструмент. Если вы разбираетесь в музыке, вы, вероятно, знаете, что чем меньше размер выходного отверстия, тем выше звук. И наоборот, чем больше размер выходного отверстия, тем глубже звук. Вспомните флейту и трубу, объяснила она. Громкость также зависит от источника газов. Так, если это проглоченный воздух, объем лишь кислород и азот, газы выйдут громко, но не будут сильно пахнуть. А вот у газов, по образовавшихся вследствие работы бактерий в кишечнике, больше шансов выйти тихо, но выйти легко, очень неприятно пахнуть. Почему газы пахнут? По словам врача, чаще всего газы не выдают себя запахом, но все опять же зависит от их природы. Если в них есть сернистые соединения или продукт жизнедеятельности кишечных бактерий, пахнут будет словно тухлым яйцом или гниющей капустой. Кроме этого запаха, также объем газов зависит от питания человека. Сильное газообразование с резким запахом и заметным звуком гарантирует сыр, яйца, рыба, мясо, капуста, чеснок, молоко, сухофрукты, вино и пиво. Еще одна тема, о которой обычно стесняются говорить в запоры, но этого можно и не делать. А вот обратиться к врачу, если...